Слетай давай. Ребята, всем привет! Вы смотрите мир глазами охотника. С подсадной сижу, короче. Ну, солнце в глаза светит, девочки. На озере сегодня. Сегодня 4 апреля. Открытие было 24 марта на подсадную. Первый раз выехал. Ну, подсадная кричит, ну так, покрикивает, в общем-то. Осадки дает на пролетающих чаек, птиц разных. Сегодня на озере охочусь. Поздновато я сегодня приехал, уже только после 8 часов подсадную высадил. Как бы самый пик лед пропустил. Опоздал, короче. Не проспал, но опоздал. Чтоб хотя бы в 6:30 где-то я выставил, ну, выкинул подсадную, было вообще супер. А так... Ну, посидим хотя бы так сегодня. Завтра, скорее всего, что уже не поеду сюда на озеро. Но время есть, как бы у нас еще. Не знаю, сейчас посижу тут еще минут 15-10 и попробую еще переехать там к другим островам. И может там что-то получится. Очень странно, непонятно. Вроде осыпало его. И почему я в него не попал? Непонятно. Ну, то есть, нормальный прицельный выстрел. Стрелял с главпатрона спортинга 7,5, 28 грамм. Ну, по резкости, по ощущениям, патрон нормальный. То есть и дистанция тут, ну, не знаю, сколько было, где-то, ну, 25 метров примерно. Возможно, просто он в бронежилете был, этот селезень, ну, других объяснений у меня нету. Ну, короче, перееду в другое место. Опять незваные гости.
Я, если честно, думал, они нападут на утку. Так они к ней приплыли, интересно. Приплыли прямо и... Ну, до сих пор не уплывают, плавают возле утки, но... Ну, не нападают. Рядышком совсем. 2 метра. Там вообще, может, лебедей 20 сидело в одном месте. Я вот сейчас подходил. Ладно, посидим. Еще как бы время есть. Посидим, покрякаем. Ну что, вечер, вечерняя охота. Озеро. Озеро достаточно большое. Единственная, в принципе, большая вода сейчас у нас в районе, потому что реки не разлились, как я уже много раз говорил. Особо негде охотиться в этом году. Вечером можно только 6 охотиться часов. Селезень где-то там плавает, ну, недалеко совсем, шваркает. Я его, правда, не вижу за камышами, мне не видно, но он отдает голос. Ну и утка как бы крякает. Ну, будем надеяться, что он подплывет, конечно, сюда. О, не знаю, на камеру, наверное, не слышно, но шваркает. Вот он плывет, а селезень с уткой. Утка не хочет подплывать. Подсадная зовет. Блин, ну за двумя зайцами погонишься, ну хоть одного сбил, ух. Блин, вот это был адреналинчик. Ну я специально так сделал, чтобы мне сидя нельзя было стрелять, чтобы я это вставал. Ну так интересней. А второй какой селезень попался. Главное, он с уткой был. Подлетел с уткой. И с подсадной сразу такой прыг вообще. Молодец. Ну, подсадная сегодня вообще хорошо кричит. Постоянно голос отдает, отдает. Там плавают какие-то. Первого я, конечно, конкретно смазал. Ну, не знаю. Так, стреляю сегодня тоже, в принципе, как и потому, 7,5. Ну, в принципе, это была нормальная дистанция вот этого вот. Взяла нормально. Не знаю, что с тем тогда селезнем не так.
По-видимому, все равно к спортингам надо пристреляться. Так патрон нормальный, но по тому сидящему я, если честно, немножко в шоке. Вроде и осыпало, как бы и дистанция нормальная. И, может, просто он спиной сидел, получается, ко мне. Все-таки сидящая утка, убойный профиль очень маленький. Основной объем скрыт под водой, получается. Пускай где-то сантиметров 70 было особь где-то шириной. И, видать, все-таки где-то между дробин проскользнул, а уже когда в летящего я стрелял, то, наверное, промазал. Ну, только так я могу объяснить, потому что, ну, по ощущениям, по стрельбе с этих патронов резкость нормальная. И вот сейчас этого селезня, ну, на достаточно нормальном расстоянии стрельнул. Китайская кикимора меня радует. Все нормально. За эти деньги. Я, кстати, думал, она будет лезть. Но вот эти вот ниточки довольно нормально пришиты. И надо... Вот, только в нее впутываются вот всякие ветки. Вот зацепляются, запутываются. И, ну, вот это единственная проблема. Ну, а так за свои деньги очень себе нормально. Всем советую, как бы. Ну, единственное, что мне не нравится, как бы, как она пошита. Она, то есть, пошита костюмом таким. Шлем отдельно. Кофта, куртка отдельно и штаны отдельно. То есть, ну, у меня как бы в планах, наверное, ее перешить в более такой длинный плащ. Ну, потому что, блин, ну, штаны, они как бы бесполезные для охоты. Это может где-то там, если кто-то занимается этими пострелушками, пинболом там, или этим страйкболом, точнее, то, ну, тому будет так прикольней, полезней. Но как для охоты, то штаны, в принципе, это... штука не особо полезная. Она есть еще в разных расцветках, по-моему, зеленая и белая. Ну, белая вообще, в принципе, бессмысленная тоже штука, но зеленая такая для более летних вылазок с зеленью, ну, тоже нормально. Ну и постоянно спрашиваю тоже про камеру, какую камеру снимаю. Вот уже 3 года у меня одна и та же камера, у меня их 2. SGCAM M20, $100 в Китае стоит. Вот она. SGCAM M20, тоже ссылка в описании. Ну. Так, ну вот у нас утро. 6:30 уже почти. Я на второе место иду, потому что здесь посидел. Ну, уток летало. Ну, как шел, утки летали. Утка, точнее, с селезнями. И вот я сейчас сижу и где-то в 3 местах отзываются дикие утки, ну, кричат. А селезни не слышно. Вот. Трофей взял, не успел включить камеру. Цапля. Ну, это собаки чиви деликатес, можно сказать. Сейчас переходим на второе место. Вот солнце появляется. Ну, сейчас прохладно, если честно. Так, ну, блин, около нуля.
Блин, ну вот я, конечно, мазила. Не, ну я мог его там несколько раз стрельнуть плавающего, но как-то не хотелось. И, блин, ну даже вообще, ну не жалко то, что промазал. Не знаю, как-то не получается у меня с этого, если честно, спортинга стрелять. Вроде и нормально прицелился, и, блин, аж сердце колотится. Он плавал там, ну не знаю. Как-то вот не люблю я по плавающему стрелять. Но если сегодня еще получится наманить кого-нибудь, то обязательно стрельну уже плавающего. Ну, получилось, что манком наманил, подсадная молчала. И, блин, эмоции, конечно, зашкаливают. Супер, супер, супер. Хоть и без трофея, но все равно абсолютно не жалко то, что, то есть, не стрельнул я его, пока он сидел там, зато понаблюдал, как он с подсадной играется, так хоп, он раз на нее, она чик от него. Ну непонятно, чего, может, я зря стрельнул, может, он бы чуть-чуть отлетел, конечно, и присел, даже как-то руки колотятся. Он был суткой, летал, короче, тут суткой. Сначала два селезня суткой летало, один куда-то улетел. И он суткой тут крутил, крутил. И манком я наманил. Уже он подсадную увидел и приземлился к подсадной. Но, ну, уже как вышло, так вышло. Ну, блин. Ради хорошего кадра остался без трофея. Так. Эта подсадная, в принципе, с утра вообще хорошо кричала на первом месте. Это третья. На втором сидели. Там она наманил я, в общем-то, тоже в манок. Наманил утку дикую. Мы с ней перекрикивались, перекрикивались. И она подлетела. То она ее облаяла, хотел сказать. Она ее обкричала и лебедя обкричала. Здесь тоже как бы молчала, только пару раз голос отдала. Но у меня еще вторая подсадная есть. Сейчас в следующем месте я вторую подсадную попробую высадить. Посмотрим, как она будет себя вести. Но в прошлом году та вообще слабо работала. Ну, на прошлой охоте вечером в двух местах высаживала. Она хорошо работала в двух местах. Сейчас только вот с зорьки, с утрянки поработала и все. Еще сухая, в принципе, я ее вот высаживал, была еще сухая, перо не намокло. Ну, сейчас сделаем замену подсадной и посмотрим. Все-таки хочется добыть трофейчик. Еще время есть.
селезень летает уже который круг. Уже кругов 10 сделал, это который второй. Я пытаюсь его наманить, пытаюсь. Летает до сих пор, вот уже прошло минут 5, и он уже кругов не знаю сколько сделал, 20. В общем-то улетел тут селезень, ну где-то еще шваркал, я слышал, где-то он, наверное, недалеко сел. Посижу еще минут 10-15, пускай отсидится и попробуем. Короче, какая ситуация? Вот здесь вот такой жесткий скрадок. Это, наверное, еще прошлогодний, я думаю, в этом году его никто не подделывал. Подсадная молчала, чисто манком наманил. Они, конечно, начали ее там трибушить прям жестко. Это прям порно какое-то утиное. Жесткая. Ну как, пустил утку, но я за это не переживаю, потому что у меня утки живут с селезнем, две утки и селезень вместе, я их не отсаживаю. Но эта утка вообще, ну она и в прошлом году молчала, и в этом году вот, ну, молчит, чисто в роли как чучело. Хотя в вольере немножко покрикивает. Ну и селезень их постоянно трибушит, то есть та кричит, это не кричит. Единственное, что яйца мы забираем сейчас, а потом попозже уже будем оставлять, и чтобы они неслись. Но все равно, наверное, будем стараться, чтобы вот эта утка, которая, ну, молчаливая, чтобы от нее потомства не было. Скрадок, ну не стрельнешь никак. Если бы... Мне даже неудобно было, блин, выбирать этот вот... Выбрал этот момент, когда этот один селезень... отскочил в бок и выстрелил. Потом этот второй селезень еще круги давал, давал, давал. Я ему кричал, кричал. Чтобы не было, вот, допустим, вот этого тут такого плотного скрытка, хотя бы немножко вверх почище был, я бы мог его, в принципе, стрельнуть, попробовать в летящего стрельнуть. Так, ну вот, вот он, герой-любовник. А второй вон летает. Летает, шваркает до сих пор. Вот. О. Не знаю, видно, не видно. Поеду еще в другое место, попробую там что-нибудь нам. Ну, в общем, вот такая вот охота у нас получилась. На последнем месте налетал селезень. С суткой он был, правда. Утка села, ну, недалеко от подсадной, а селезень налетел, ну, блин, вместо того, чтобы камеру включать, там, надо было стрелять. Вот, в принципе, наши сегодняшние трофеи. Селезень и вот цапля. Ну, селезней, конечно, должно было быть 2, а то даже и 3, но... Охота есть охота. Насчет цапель. У нас в Беларуси это нежелательный вид. Цапля серая, цапля белая. Раньше очень много было серой. Она была только нежелательным видом. И как бы охотники нормально ее отстреляли. А сейчас практически одна белая. Ну, серая тоже есть. И серая, и белая, они... нежелательные виды в Беларуси можно добывать в любое время при законном нахождении в угодьях. Ну, это я стрельнул собаке, сварю. Собака поест, нормально чиво будет, деликатес. Она причислена к вредителям больше как не к охотничьему хозяйству, а как к рыбному хозяйству. На самом деле, кто знает, цапля большой вред наносит именно в
где-то в мае, июне, когда утята совсем маленькие, она их как лягушат просто лопает. Если где-то выводок, она же стоит спокойно, да, утка ее не боится особо. И она, если с утятами где-то проплывает, она их как лягушат просто чик-чик-чик вылавливает по-быстрому и все. Популяцию надо контролировать. У нас в Беларуси охотники отстреливают. Ну, я сегодня, по крайней мере, видел где-то, ну, порядка 15-20 цапель за утро. Но в основном белых. Ну, это единственное, что вот эта одна, вот эта налетела. Много еще селезней летает вместе с утками. Думаю, на следующей неделе будет самый такой пик, самая будет нормальная охота. По трофеям как бы немного, но эмоции, вот так. Ну, вот такая вот, ребята, охота. Оценивайте видео, подписывайтесь на канал и увидимся в угодьях.